8 февраля Пюхтинский Успенский Ставропигиальный женский монастырь отмечал особую дату. 3 года исполнилось со дня кончины преснопоминаемой схиигуменной Варвары Миру Трофимовой. Более 40 лет матушка несла возложенное на нее священноначалием послушание. В патриаршем слове соболезнование о матушке сказано: во многом благодаря трудам схиигумены Варвары Пюхтинская обитель стала настоящим форпостом православия в Эстонии. Совершил божественную литургию в Успенском соборе Пюхтинского Успенского Ставропигиального женского монастыря Феогност, архиепископ Сергиево-Посадский, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. Его высокопреосвященству сослужили духовенство монастыря и священнослужители из разных епархий Русской Православной Церкви, прибывших почтить память матушки схиигумени Варвары. И слова Христа Спасителя: «В терпении вашем стяжите души ваши». Какие глубокие, сильные и так необходимые каждому из нас слова: «В терпении вашем стяжите души ваши», то есть соберите души ваши в терпении вашем. И преснопамятная игумень Варвара дала пример, как преодолевать скорби, болезни, невзгоды, все те беды, которые обрушиваются на каждого из нас. Какая в ней была внутренняя, духовная сила, в ней была великая любовь к людям. И эта любовь давала ей силы быть в этом мире. И каждый из нас, кто называет себя православным христианином, должен быть примером этой любви. Не скорбеть, як уже и прочие, не имущие упования, а радоваться по заповеди Господней. Радуйтесь, ипатерику вам, радуйтесь, як он сдаваш много на небесе. И преснопамятная ваша матушка игуменья дала нам и такой образ радости и великодушного, смиренного, благословенного перенесения скорбей. По окончании божественной литургии была совершена Вселенская панихида. После трапезы на могиле преснопамятной схиигумены Варвары была отслужена заупокойная лития. Схиигумена Варвара родилась 17 августа 1930 года в городе Чудово Новгородской области в благочестивой семье. В 1952 году стала послушницей в Пюхтинском Успенском женском монастыре. 5 марта 1958 года в Вильнюсе инокиня Валентина Трофимова приняла постриг в мантию с именем Варвара. 3 января 1968 года указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия I монахиня Варвара Трофимова в миру была назначена настоятельницей Пюхтинской обители. 18 января 1968 года в канун праздника Богоявления архиепископ Таллинский и эстонский Алексий в Александро-Невском соборе города Таллина возвел монахиню Варвару в сан игумени и на следующий день 19 января в Пюхтинцах вручил ей игуменский жезл. Свято-Троицкой Сергиевой лавре святейший патриарх Алексий I возложил на нее наперстный крест. 8 февраля 2011 года почила Господи. Похоронена на монастырском кладбище вблизи алтарной части Никола Арсеньевского храма.